Появилась информация о том, что украинские власти расконсервировали военную технику, зараженную радиацией во время Чернобыльской катастрофы. Так это или нет, мы приехали разобраться сюда, в Донецкую Народную Республику, где недавно была разбита очередная колонна украинских войск. Включаем прибор в рабочее состояние, проверяем его, работоспособность. Прибор работает, ставим проверочный режим и начинаем двигаться по движению к направлению танка. Это какая модель танка? Значит, это танк Т-64 советского производства. Подбит тут не был недавно, да? Он, да, он здесь уничтожена была колонна танков. Вот начинается здесь уже как раз вот. Обратите внимание, да, на стрелочкам покажу пальцем, что сейчас как она начинает двигаться и работает сам прибор. Вот я уже слышу щелчки. Сейчас переключу в этот режим. Вот теперь вот затрещало, явно даже, да, затрещало. Видите, у нас уже, подходя к танку, мы слышим. Здесь нужно переключить, потому что слишком высокий фон, и не хватает, чтобы более детально уточнить именно уровень радиации. Ну, то есть он превышает во сколько? Он превышает, здесь он реально превышает, ну, раз, наверное, 15, это точно. Но если сейчас вот мы подойдем сюда, вот, здесь поближе к нему, да, я переключу более такой режим щадящий, хотя все равно, видите, вот, вот движение стрелки, и сами понимаете, какая техника используется укропами для того, чтобы воевать на территории Новороссии. Вся техника, естественно, прибыла из зоны Чернобыля, с баз хранения понятно, что и людей, которые передвигаются на этой технике, те же самые механики-водители, командиры отделений, наводчики, они как раз получают вот эту дозу излучения, и потом сами понимаете, какими они вернутся домой. И говорить о том, что они увидят своих детей, а тем более внуков, вряд ли им у них это получится. Потому что Чернобыль показал, что до сих пор люди умирают, страдают. Вот, вот видите, вообще, вот в этом месте шкала просто зашкалила. Как вы понимаете, находиться рядом с этим танком долго просто опасно для здоровья, поэтому мы будем медленно отходить. Остается только добавить, что вряд ли украинские военные осознают весь ужас происходящего с ними, потому что в последнее время из аптечек украинской армии почему-то изымаются дозиметры.